Добрый вечер, уважаемые слушатели. Приветствуем вас в Кремлевском концертном зале Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича на концерте абонемента номер 4 «Трансформации». Начинаем первое отделение. На сцене Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии, дирижер Георгий Сибелев. Джазовое трио Александра Маслова, Санкт-Петербург. В составе Александр Маслов, фортепиано, Филипп Мещеряков, контрабас, Павел Чижик, ударные и вибрафон. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Александр Маслов. Я очень рад, что приехал к вам в гости с концертом. К слову сказать, это мой первый приезд к вам. И в составе моего трио. И сегодня для меня, конечно же, большая честь для вас предстать не только в качестве пианиста и ведущего, но также вы услышите мои композиторские безобразия, которые будут звучать сегодняшним вечером, поскольку я являюсь автором, аранжировщиком той музыки, которую вы сегодня услышите. Слово сказать, у меня нет композиторского образования. Я, конечно же, получил серьезное классическое образование в Санкт-Петербургской консерватории, в школе при консерватории в десятилетке. Также я обучался в Ганноверской хохшуле в Германии у профессора народного артиста СССР Владимира Крайнева. Но, наверное, моя любовь к джазовой музыке, она меня подстегнула не только импровизировать, но и сочинять. И сегодняшнее первое отделение, это будет, можно сказать, практически премьера. Это моя, можно сказать, свежая работа, джазовая сюита «Торжество Спартака» по мотивам Рамы Ильича Хачатуряна, балет «Спартак». И это была большая работа для меня, я ее окончил в прошлом году, в 2023, и посвятил 120-летию со дня рождения композитора Арама Ильича Хачатуряна. Ну что ж, давайте мы начнем играть. Сюита большая, так что приготовьтесь сидеть. Предстоит долго. Убедительная просьба отключить мобильные телефоны и, как говорят в нашей петербургской филармонии, еще и отключите, пожалуйста, ваши пейджеры. Я, наверное, буду каждый номер по отдельности объявлять. Уже долго говорить не буду. Итак, первый номер. Как он называется? «Триумфальный марш». We'll be right back.
спасибо. Следующий номер называется «Танец грека-раба». Thank you.
Спасибо. Павел Чижик, соло на вибрафоне, ударная установка. Филипп Мещеряков, контрабас. Следующий номер – танец египетской танцовщицы.
Спасибо. Вариация Эгины. Маленькая историческая справка для тех, кто, может быть, подзабыл сюжет. Там был Спартак, он был гладиатором, рабом, ну, это, я думаю, все прекрасно знаете. У него была возлюбленная, Фригия. Ну, кстати, если смотреть балет
«Спартак» вот, в традиционной постановке, то египетская танцовщица, ее танцует, как правило, Фригия, возлюбленная Спартака. А Эгина — это уже как бы лагерь вражеский, это куртизанка, как говорится, как бы можно было бы сказать на современный лад, девушка плохого парня, которым являлся римский полководец Крас. В первом номере такой марш был, это как раз вот его тема. Итак, следующий номер, это, наверное, жемчужина всего балета, это «Адажио Спартака и Фригии». Thank you.
Спасибо. Это еще не конец. Забегая вперед, скажу, что свою джазовую версию «Спартака» я немножко сделал в таком альтернативном сюжетном варианте, и в моей версии «Спартак выживает». Я не знаю, как-то с детства я смотрел этот фильм, мне всегда было очень обидно. Вот так все заканчивается. Но это я забегаю вперед, поскольку будет последний номер, и там, в конце, как венец всех мучений, будет звучать вот эта тема любви. И я, наверное, пытался этим сказать, что любовь побеждает все. А следующий номер — это будет «Пляска пиратов». И этот номер, между прочим, в балете отсутствует. Ну, может быть, кому интересно, но я вкратце скажу, что вообще хореографы, которые ставили «Спартак», они очень искажали музыку Хачатуряна. И вот даже была знаменитая история у нас в Ленинграде, когда Хачатурян подрался с Якобсоном, потому что он полностью исковеркал партитуру, и Хачатурян как бы не хотел ему никак уступать. Ну и тут сошлись два разнонациональных таких, в общем, горячих парня. Да, была история такая, и даже в милицию забрали. А «Пляска пиратов», вот сейчас мы будем играть, обратите внимание, чем-то дает «Пиратами Карибского моря» композитора Ханса Циммера. Я практически уверен, что что-то он отсюда взял. «Пляска пиратов». Thank you.
Спасибо. Не устали? Еще три номера. Танец нимф.
Спасибо. Знаете, иногда мне задают вопрос. Маслов классно сделал, а почему ты не взял танец с саблями? Здесь приходится включать профессорский голос и говорить, что танец с саблями к балету «Спартак» не имеет никакого отношения, потому что это балет Гайне. И, кстати, раз уж мы затронули тему танца с саблями, то он вообще был придуман уже после того, как был написан балет Гайне. То есть Хачатурян дописывал танец с саблями. В общем, вот в итоге, в принципе, самый такой, наверное, знаменитый номер. Танца с саблями в «Спартаке» нет, но зато есть сцены и танец с кроталами. Это вы сейчас услышите. И, если я не ошибаюсь, кроталы — это такие музыкальные инструменты, ударные, деревянные. Да, Паша? Вот. Так что вы тоже услышите в оркестре, там будут кроталы щелкать. Сцена и танец с кроталами. Thank you.
Спасибо. И в завершении первого отделения мы сыграем финальный номер этого цикла, который называется «Торжество Спартака».
Филипп Мещеряков, контрабас. Павел Чижик, ударные, вибрафон. Россия. Все Россия. Санкт-Петербург. Спасибо. Оркестру спасибо. Дирижеру. Пока будет антракт, мы будем очень признательны. Я стараюсь вести канал на Ютубе, свои социальные сети. И если у вас будет желание подписаться или просто послушать, не стесняйтесь. У меня есть и сайт Александр Маслов, пианист, maslovmusic.com, вот название. Так что если вот где-то посмотрите, внесете такую маленькую лепту, нам будет очень приятно. Спасибо. Во втором отделении вы услышите щелкунчика. Мне кажется, это, наверное, самая известная, самая любимая музыка. И это будет, опять же, моя джазовая версия. И буквально пару слов скажу вообще о том, с чего вдруг я это стал делать, а именно писать обработки. Я вообще по образованию классический пианист. И я много вообще где выступал. У меня даже были лауреатства на международных конкурсах, на хороших. Спасибо. Такие аплодисменты сочувствия, да? Нет, вообще быть классическим пианистом — это очень тяжело, действительно. Потому что никакого детства, а потом ты заканчиваешь консерваторию и вообще не знаешь, куда податься. И все те, кто гонял мяч, уже катаются на новеньких автомобилях. А ты, как болван, пардон, сидишь и играешь. Нет, это, конечно, все прекрасно, но есть, конечно, свои нюансы. И в моей жизни случился такой период, когда я стал лауреатом первого всероссийского конкурса. Ну, это был очень серьезный конкурс, он проводился по всей стране в 4 тура, длился 3 месяца. И, кстати, полуфинал и финал — это был тур с оркестром, и я играл третий концерт Прокофьева, а за дирижерским пультом стоял Владимир Александрович Понькин. Это было в 2010 году. Но так случилось, что, в общем, меня не пустили на конкурс Чайковского, мы испугались. Потом я очень переживал. Ну, естественно, это удар. Это как олимпиада для спортсмена. Конкурс Чайковского я с детства его слушал. Мечтал, но не получилось. Потом у меня была череда еще неудачная, точно. И, в общем, я поставил такой рекорд. Я побывал на 3 конкурсах практически в течение месяца. Очень получил хорошую прессу, но со всех конкурсов меня скинули с первого тура. Я очень расстроился, но... Знаете, это как раз тот случай, когда неудачи на тот момент, они вообще подтолкнули меня к тому, чем я стал заниматься сейчас. Ну, не сейчас, я уже, в общем, достаточно давно пишу джазовые обработки. И, в общем, вот так эти неудачи меня подстегнули. И у меня был шанс поучаствовать в последнем для меня конкурсе Чайковского, на который я проходил по возрасту. Да-да, я уже старый. И я решил, что я не буду там участвовать, и начал писать свою версию, джазовую версию балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». И сейчас вы это услышите. «Щелкунчик», маленькая увертюра.
Спасибо. Интересная история, когда писал этот марш, я что-то придумывал, а потом мне надо было закончить очень быстро. Я просто взял классическое начало. Нет, в этом что-то есть. Наоборот, от обработки к оригиналу. Следующий номер — это будет танец «Феи Драже». Это сложный номер, он написан в таком в духе латиноамериканского джаза, и он написан на размер 7 четвертей. Я всегда боюсь, когда приезжаю в филармонию, где оркестр эту партитуру учит, я так всегда аккуратненько выхожу, смотрю, не приготовили там помидоры, яйца. Танец «Феи Драже». Спасибо.
русский танец трипак. Хочется добавить, теперь мы точно успеем на поезд, хотя у нас самолет, и он завтра. Следующий номер — это будет арабский танец. Также у него есть альтернативное название «Кофе». И обратите внимание, Павел Чижик идет в сторону вибрафона, он будет там солировать первую половину пьесы, потом он пойдет на ударную установку. Я когда это обрабатывал, у меня стояла такая картина: пустыня, ночь и приближается караван. Ну вот, давайте представим такую картину. Арабский танец. Thank you.
Спасибо. Павел Чижик. Соло вибрафона. Ударная установка. Кофе сыграли. Сейчас сыграем чай, или, как принято называть, китайский танец. Такая интересная получилась пьеса. Вообще, мне, конечно, посчастливилось родиться в музыкальной семье. И, конечно, я безумно счастлив, что, в общем, дошел до того, чем занимаюсь. И мне посчастливилось также много где побывать, в том числе и в Китае. И я даже и в консерватории работал в Санкт-Петербургской. У меня было много китайских учеников. И даже какие-то я у них выражения. Мне даже не надо было проще им по-китайски, но на них накричать, чем по-русски. Даже русские они учат плохо. А, видимо, у музыканта уши, ну, как-то языки это, ноты, язык быстро идет. И в этой пьесе, в китайском танце, ну, конечно, музыку все, оригинальную музыку Чайковского все знаете, но мне показалось, что там маловато темы. Я решил туда еще одну тему добавить. Наверное, как результат того, что я слышал в Китае. В Китае очень популярный такой инструмент, называется арху. Они еще так и говорят это, знаете, как с плохим английским. Арху. Ну, они так говорят, у них так принято. И это скрипка. Ну, она такая, что-то похожее по размерам, по-моему, как скрипка, но играется как виолончель. И жутко фальшиво. Не знаю, может быть, мне такие попадались мастера этого инструмента. Но, в общем, нечто похожее вы сейчас услышите. Это будет, помимо оригинального Чайковского, еще будет тема. И эту тему будет играть Филипп Мещеряков, соло на контрабасе. Китайский танец. Thank you.
Спасибо. Следующая пьеса называется «Танец пастушков». И я так обработал, что сам того не осознавая, у меня получилась обработка в сторону замедления. То есть оригинал быстрее, чем то, что получилось у меня. И я уже потом понял, что у меня получились такие пастушки, какие-то, знаете, афроамериканские такие вот на ранчо. Танец пастушков. Спасибо. И в заключении цикла прозвучит вальс цветов. И хочется, знаете, этот номер посвятить нашим прекрасным и любимым девушкам, женщинам. Это букет для вас. Несмотря на то, что 8 марта уже было месяц назад, все равно хочется вам дарить цветы и радовать как можно чаще. Спасибо за то, что вы существуете. Я просто знаю, что я говорю, я отец, у меня две дочки. У меня прекрасная, любящая жена.
Спасибо. Вальс цветов. Thank you.
Спасибо. Ну, мы просто так не уйдем, конечно. Тем более цветы подарили. Надо играть. Не, у нас мы теперь уже опытные, мы завтра уезжаем. Да, вот, кстати, уже угадали. Я рассказываю эту историю, потому что мне кажется, что это, во-первых, это правда. Вообще все, что рассказывал сегодня, это правда. И однажды я крепко спал, и приснился Римский-Корсаков. Ну, он мне говорит, вот, Александр, у меня есть пьеса интересная, возможно, вы ее знаете. «Полет шмеля», конечно, знаю. Вам непременно нужно ее обработать. Вот я прям, вот это прям так, такая была команда. Не, знаете, это удивительно. Я вообще верю вот в такие вот чудеса, потому что это было... Но это не совсем сон. Это было действительно какое-то вот... ну, не знаю, какое-то астральное, может быть, даже путешествие. Не знаю. Ну, бывает такое. Ну, в общем, я потом заснул еще крепче и проснулся, конечно же, к обеду. Прошли годы. И вот в какой-то момент мне предложили написать некоторые обработки. Как раз фестиваль был русской музыки и Римский-Корсаков. И я вспоминаю этот сон. Ну, я думаю, значит, сон в руку, правда, спустя там лет 10 прошло. Итак, «Полет шмеля» в моей джазовой обработке. Thank you.
Спасибо. Еще хотите? А? Хорошо, мы сыграем последнюю композицию на сегодняшний. После «Спартака» кто устали, глаза закрываются. Это будет такое символичное как раз нашему отъезду. Джазовое соло о полку Игореве, «Улетая на крыльях ветра». Бородин в моей небольшой джазовой обработке. Thank you.
Дорогие зрители, большое спасибо. Всегда прекрасно играть при такой замечательной публике. Спасибо за такой прием. Спасибо оркестру, дирижеру, руководству, что дали возможность нам приехать, выступить. И мы очень надеемся и верим, что мы в ближайшем будущем приедем еще. До новых встреч! Всем спасибо!